Переход на цифровой формат телевидения в Омской области намечен на 3 июня. Настроить жителям региона телеэфир на цифру помогут волонтеры. С марта этого года на базе Омского областного радиовещательного передающего центра обучаются группы добровольцев. На специальных уроках им рассказывают, как подключить и настроить цифровую приставку. Но мы все-таки как бы больше сами, как технические специалисты, можем остановиться на некоторых тонкостях. Даже можем, уже зная опыт других регионов, где произошло отключение аналогового телевидения, можем подсказать какие-то нюансы, как все-таки вести себя с людьми, как рассказывать. Мы будем останавливаться на этих вопросах тоже. На экспресс-курсе специалисты учат волонтеров настраивать приемное оборудование. Объясняют, на какую антенну ловится сигнал и как корректируется изображение на экране. Добровольцы узнают и о других технических премудростях. Например, как устранить возникшие при настройке неполадки. Помощь пожилым людям. Мы как бы уже чуть больше знаем, чем они. И если им это требуется, мы всегда можем прийти и помочь. То есть разобраться, что-то настроить. Как бы всегда интересно помогать кому-то. Обучение волонтеров продолжится до конца апреля. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте «Добровольцы России», найти во вкладке «Возможности» нужное мероприятие и подать заявку. Принять участие может любой желающий в возрасте от 18 лет.